Cheers. Я радуюсь тому, что побеждает Барак Обама. Это молодость, революция, это вот, наконец, левые идеи получат какое-то воплощение. Америка станет народной республикой, может быть, даже. Потому что народ действительно избирает сегодня того, кого он хочет. И без различия расы, национальности, так сказать, там, вот, происхождения социального. Что делает у нас в Америке? Здесь вот пока не получается. Я очень приветствую вашу. Во внешней политике, мы надеемся, будут большие изменения. Барак Обама не будет поддерживать диктатора в Тбилиси, потому что Саакашвили – это грузинский Пиночет. И будут резкие изменения в этой области. Я думаю, что и Америка из НАТО может выйти в перспективе. Зачем ей НАТО? Америка ни с кем не будет воевать. Обама разрушит Америку, и, возможно, у нас тоже появится больше возможностей. Барак Обама начнет выполнять свою программу по обновлению. Он же говорит change. Вот это обновление, это и есть наша перестройка. Вот он все сделал. В Америке очень любят Горбачева. То есть Барак Обама перестроит Америку. Он ее сделает совсем другой. Когда демократия будет для цветных, не только для белых. И Америка никогда никому не будет угрожать.